Еще несколько лет назад казалось фантастикой, что мусор в нашей области может обрести вторую жизнь. С февраля прошлого года это стало реальностью. В Ульяновске был открыт первый в области мусоросортировочный комплекс на западном выезде из города. Сюда свозятся отходы с правобережья областного центра, Ульяновского и Корсунского района. Система работы комплекса довольно проста. Картон, бумага, стекло и пластик отбираются вручную на конвейерной ленте. Все они могут в дальнейшем получить вторую жизнь. Перерабатывающие заводы есть в Ульяновске по картону, бумаге, пленкам, ПВД. Есть в Димитровограде по переработке ПЭТа. Казань, Волжск. То есть достаточно большая, в Самаре достаточно много предприятий, которые сейчас строятся, модернизируются и готовы перерабатывать. Органические продукты перерабатываются в компост. Металл самый ценный в твердых коммунальных отходах. Его отделяют от остальных продуктов жизнедеятельности специальный магнит. Основная задача – максимально извлекать ту полезную фракцию, которая перерабатывается, и минимизировать захоронение. В день на предприятии поступает 180 тонн отходов. Именно столько можно разделить за 12 часов работы. Готовится в мусоросортировочном комплексе открыть вторую очередь. Она будет функционировать уже в круглосуточном режиме. Модернизация пройдет на этой же линии для лучшего извлечения полезных фракций. К концу года у нас будет запущена технология по обработке крупногабаритных строительных отходов, в которых также содержится полезная фракция вторичная, и была бы возможность направлять это в дальнейшее повторное использование. Законодательство требует, чтобы с каждым годом хвостов оставалось все меньше и меньше. Хвосты – это то, что невозможно дальше перерабатывать. Технологии постоянно меняются, и их количество сокращается. Появились контейнера для приема отходов пластика. Это первое, да, это вот первый шаг для внедрения системы раздельного сбора отходов. Также в 2017 году было проведено порядка 100 акций «Разделяй с нами». То есть пропаганда была раздельного сбора отходов. В ближайшее время мусоросортировочные заводы появятся во всех 5 зонах региональных операторов, на которые разделена Ульяновская область. Именно они занимаются сбором и утилизацией отходов, согласно принятой в конце прошлого года территориальной схеме. Такая работа поможет сделать область чище и экологичнее. Егор Титов, Руслан Баталов, новости дня, Ульяновская правда.